Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую вас на блоге MoneyDay, блог о честном заработке в интернете. В данном видеоуроке мы поговорим на тему, как заработать, если ничего не умеешь. То есть, ну, как бы мы будем зарабатывать, абсолютно ничего не умея. Итак, ну, для начала нам нужно зарегистрироваться в кошельке WebMoney. Вот, для того, чтобы зарабатывать на проекте WeMail. Этот проект специально создан для людей, которые, ну, в общем-то, ничего так в интернете толком не умеют, как бы, но могут хотя бы что-то выполнять, что от них требуют. Итак, ну, для начала вот перейдете по ссылочке WebMoney. Если вы нашли данное видео на YouTube, то снизу в описании я оставлю ссылку на данную страницу. Перейдите по ней, здесь подробно все рассказано и описано. Вот, перейдете по этой ссылке, и здесь будет подробная статья, как зарегистрировать себе данный кошелек. Ничего сложного абсолютно нету. Либо, если не хотите этот кошелек, то еще есть здесь вывод денег на кошелек Payeer. Вот, если есть желание. Вот, ну давайте теперь, вот, как вы зарегистрировали кошелек WebMoney, теперь можно смело зарабатывать деньги. Давайте нажмем регистрация здесь. Перейдем на этот проект. Здесь сразу вводим логин ваш на английском, то есть ввели, и обязательно, чтобы было вот такой вот указанный логин свободный, пароль, email, согласны с правилами, здесь две галочки ставите, вводите капчу сюда, нажимаете зарегистрироваться. Теперь слева есть три вида заработка после регистрации. Обязательно сохраните свои данные, которые, ну, вы введете при регистрации, и сразу здесь можете зарабатывать. Первый вид заработка самый простой. Вот письма, нажимаем на них и нажимаем вот на любое письмо. Нажимаем на ссылочку под этим письмом. И здесь просто просматриваем вот такой вот сайт. И ждем такой вот таймер. Ничего сложного. Вот то, что здесь написано, это все лохотрон. Как бы мы на это не ведемся. Как бы просто это все, короче, не смотрим. Нам просто нужно дожидаться вот этот таймер. Таймер заканчивается, написано «деньги зачислены». Все, мы обновляем страничку, смотрим на мой баланс, он обновился. Давайте дальше. Точно так же мы нажимаем на письмо и опять так же ждем 15 секунд. Все, ничего сложного. То есть в это время мы можем находиться где угодно, а таймер все равно будет идти. Вот, второй вид заработка — это серфинг. Сейчас не могу его показать, но он такой же, как письма, одинаковый. Вот, самый главный здесь вид заработка — это задание. Здесь уже можно намного больше денег заработать. Вот письмо уже наше дошло, деньги зачислены, все. Закрываю. Вот. Обновим страничку. Вот мы видим, опять баланс увеличился. Вот. И здесь на заданиях можно самое больше денег заработать. Здесь, то есть, вас просят люди что-либо делать. Допустим, вот в типах заданий можно выбрать соцсети, допустим. Если выбираем соцсети, то здесь нужно будет там вступать в группы ВКонтакте, там делать репосты, там не только ВКонтакте, в Одноклассниках, во всех соцсетях. Ставить лайки и так далее, и за это вам будут здесь платить деньги. На Ютубе, допустим, нужно просматривать видео и так далее. Вот, и за это тоже вам будут платить деньги. Вот, на любое задание нажимаете, вот, читаете, что нужно сделать, вот. И что нужно отправить в отчет. Нажимаете «начать выполнение задания» и сразу нажимаете «подтвердить выполнение задания». Вот, подтверждаете его, то есть сюда скидываете то, что вас просит рекламодатель. То есть ссылочки там на канал, там 10 ссылок с видео, то есть, ну, 10 видео нужно просмотреть и скинуть ему сюда. Вот, и он вам заплатит деньги. Вот так вот просто здесь зарабатывают люди. Вот, ну, в принципе, что ты еще скажешь. Подробнее посмотрите в статье с правой стороны в рубрике «С чего начать?» «Заработок на WeMail». Нажмете, и здесь будет подробная статья. Все про этот проект. Вот, как зарегистрироваться, видеоурок. Вот, как, что делать, как письма читать и так далее. Как выполнять задания. Здесь я именно в видеоуроке объяснил, как выполняются задания и так далее. Вот. Ну, в принципе, с этим понятно. Итак, ну, если вы умеете писать, если вы грамотный человек, то вы сможете заработать на таких биржах, как Advega и Etext. То есть здесь все очень просто. Вот, вы можете писать статьи и продавать их
на этих биржах. Там хорошие статьи покупают вообще с руками и ногами. То есть, ну, как бы и можно подзаработать неплохие деньги. Вот, и точно так же вывод денег на WebMoney кошелек. Как с WebMoney вывести на банковскую карту, я подробно рассказал здесь в статье «Потратить WebMoney». Вот здесь вот зайдете. Здесь также есть видеоурок подробно. Я рассказал, как вывести деньги с WebMoney на любую банковскую карту. Вот так можно зарабатывать деньги в интернете, абсолютно ничего не умея. То есть выполнять обычные задания, которые вы выполняете каждый день бесплатно. То есть те же видео просматриваете, сайты, там оставляете комментарии и так далее. На этом все можно заработать. Также можно, ну, справа можете в рубрике вот с чего начать, можете посмотреть статью «Заработок в социальных сетях». Здесь именно проекты для этого и предназначены. Здесь просмотрите видеоурок. Для этого и предназначены, чтобы именно зарабатывать в социальных сетях. То есть именно здесь нужно ставить лайки, вступать в группы и так далее. Ну, в видеоуроке все подробно описано. Вот. Ну и так далее. В принципе, в способах заработка можете еще что-то для себя посмотреть без вложений. Абсолютно. Заработки самые простые, ничего сложного нет. То есть, ну, немножко разобраться и погнали. То есть, ну, ничего сложного. Ну, если что непонятно, можете задавать вопросы либо под этим видео, либо под статьей какой-нибудь моей. Вот, на этом все. Читайте мой блог Money Day. Всего доброго.